67 команд из разных регионов страны и самые яркие проекты в сфере туризма. Межрегиональный маршрут «Здесь начинается рабочий день», в который вошло и Забайкалье, стал финалистом Всероссийского акселератора Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Мы вышли в финал с проектом межрегионального индустриального маршрута, который объединил 4 региона. Это Сахалинская область, Амурская область, Хабаровский край и Забайкальский. Вот такой гигантский, я бы сказала, масштаба гигантского проекта, который, конечно, был направлен на то, чтобы показать наши промышленные доминанты, включить их в индустриальный маршрут для путешественников, где бы они могли посетить сразу 4 региона. Большое путешествие, открывающее Дальний Восток, увидеть самую северную пустыню мира, которая находится в Забайкалье, Сахалинскую ГРЭС, космодром в Амурской области и другие достопримечательности. Наш регион в составе общего маршрута разработал 2 линейки, завязанные на крупнейших промышленных компаниях края. В частности, например, у нас вошли такие предприятия, как «Быстринский КОК», где мы включили его в линейку маршрута «Энергия и сила Земли». И также большой крупный проект – это «БАМ-путешествие», где у нас участвует промышленное предприятие «Удаганская медь». В рамках этого маршрута также туристы могут познакомиться и путешествовать уже на второй день на Чарские пески. Промышленный туризм в России постепенно набирает обороты. Коммерческие туры такого рода пользуются спросом среди крупных компаний других регионов, которые хотят изучить опыт коллег. Но конкретно у этого проекта есть и другая цель. Вообще наша инициатива была направлена на то, чтобы молодежь могла, наша активная молодежь, которая становится победителем в различных конкурсах, могла иметь возможность за счет различных программ, а в частности программы Росмолодежи, путешествовать по нашему маршруту. Для Забайкальского края такой проект – это не только развитие промышленного туризма и необыкновенный опыт межрегионального сотрудничества, но и шанс привлечь в регион молодые и высококвалифицированные кадры. Старт маршрутов планируется уже на конец июля. Екатерина Пешкова, Антон Носов, РТК «Забайкалье».